Всем добрый вечер, мои хорошие. Начинаю новый влог. Иду в детский сад за Настюшей. Пока светло, решила чуть-чуть снять. Ну, когда будем идти с ней вместе, если будет еще не стемнеет, тогда еще что-нибудь сниму. Вам, по-моему, понравилось, как она там болтает, да? Но это по настроению. Будет у нее настроение, она поболтает еще для вас. Так, ну что, бегу уже быстрее, скорее. Погода сегодня хорошая. Ну так, пасмурно, но где-то плюс 3-4 градуса тепла. И ночью будет дождь. Вообще сыроватая погода. Ну вот так. Все, помчали, девчата. Всем привет. Вы смотрите. Это видео Шан, да? Это, вы знаете, как видео называется? Настя Маритов. Я люблю назад Маритов. Это когда, да, ты любишь там мышек всяких. Я смотрела на видео, и там Маритов пони назвали, и я тоже захотела Маритов. И вот и сегодня у нас в садике такое произошло. Сегодня в садике, ну, завтра в садике, мне не нравилось. Потому что это... У меня не было за столом каши, а вот у Мирона там каша была, там никто не сидел, там была полная каша. Он мне хотел так дать кашу. И когда он мне хотел дать, он не дал. Я просто собиралась сюда дать, он собирался мне дать, он так специально бросил, я на пол, и все, и на меня обрасывает, что я молоко разлила, я то сделала. Я тарелку разбила, молоко разлила. Но вот потом меня начали ругать. И я потом сказала, что это не я сделала. А он специально. Я сказала, это я. Но он просто. А воспитательница мне поверила. И тогда мы с воспитательницей померились. И она сказала, а тогда кто это? Я говорю, что это Мирон. Она Мирона очень сильно, даже больше, чем даже на весах наорала. Вот потом ему сделали прививку успокоивающую. И тогда он больше так не делает. А еще на садике выключили свет, я думаю, что это просто просто выключили свет, и я думала, что он вырубился. Но когда его вырубили, я думала, что это там что-то случилось. Я увидела огонек. Я задула, и он все. Потому что я же подумала, что сейчас что-то сгорит. Потому что коврик под ногами, а мы там сидим. У нас даже уже половинка сгорела. Теперь нельзя на эту половинку ходить, потому что она сейчас горячая. А еще уже прошел день, который уже у нас почти утренник и достался. Я вам расскажу, какой у меня стих. Я коза детей, но у меня тоже есть дети. Сейчас расскажу, какие у меня дети. Есть у меня дети. Малика, Лиза, Вероника. Мирон, Ксюша. У меня 5 детей. То есть еще Настя, еще она. И вот. Я вам хотела сказать еще. И не успела, что я открываю с моими детьми. Вот сейчас. Я расскажу, что у меня за стиль. Я козетки в лес пойду принести для вас еду. Вы тихонько посидите, погулять, не выходить. Один только идет по волку, он козеток дает толк. А вот волк у нас посидел. Он такой худенький прям, очень худенький. Даже маленькая голова. На него шапки все получаются. Прям даже на лицо натягивается. Я тут с бабушкой гуляю, то есть я до дома прогуливаюсь.
Меня бабушка Санька забрала. Я что, о, Сать, у нас есть и волк, и красная шапочка. Красная шапочка — это Настя еще. У нас три Настя. Вот еще у нас есть гномики, Сома, гномик, Рома. Ну, я этого не буду рассказывать. Ну, короче, у нас есть просто гномики. Вот. Что у нас есть гномики, я уже сказала. А еще, что я вам хотела очень сильно сказать, что есть, когда гномики там сказали всякие слова, выходит красавец. Он, то есть, берет стулья, становится их на коврик, потом они за стулья быстро вот так становятся, и вот так начинает песня, и мы вот так, а потом мы потом садимся, и самое интересное, что мы там ставим ногу, и там я одену у мамы бусы, и не забуду я шляпку, а потом еще туфельки, и, конечно же, бусики, а потом еще духи, и помаду я красную, а еще потом приодену, то есть пооправлю. Ой, я не знаю. Вот такая песенка. Потом мы вот так идем. Потом там танцуем вот так. Потом назад, и там на своего столичка так же танцуем. Потом там говорят: платья и женихи. Платья и женихи. А потом мы вот так делаем, это самое интересное. И потом нам там волосы распускают, чтобы мы там волосами, еще нам шляпу там надо купить, одеть, там бусы. Ну, у меня шляпы нет, конечно, и бусы. Вот мне что-то надо, не тренируйте, чтобы я одела такие красиво. Вот мне надо какую-нибудь красивую там шляпочку, ну, не знаю, там всякие там, ну, я не знаю, где они покупаются. Ну, тут погодка сейчас пасмурно, ну, уже чуть-чуть вечер. Когда я только пошла в садик, меня там зовёт, была погода такая пасмурно, дождика не было, но обещали, что будет дождь. Конечно, его, походу, не было, но, ну, походу, было. Потому что мы тогда были в группе. А если вы были в группе, значит, до этого был дождик. Ну, а вот Наталья Владимировна говорила, а почему дождь? А почему, то есть, почему лучше, чтобы был дождь? А вот Марина Александровна говорит, это наша воспитанка. Она говорит, что это просто там убирали лед, и там он растаял. А еще, что я бы очень сильно хотела сказать, это что мы сегодня были на экскурсии. Экскурсия была, две экскурсии. Потому что мы такую экскурсию делали. Мы приходили в какой-то такой кабинет, там были столько коробок, наш покрывало, постелька там, всякие, даже булочки были. Самое главное, что это булочки, блин. Булочки. И нам дали парочку булочек. То есть три булочки. Ну, для Марины Александровны, для Ольги Юрьевны и для Марии, то есть и я. И для Натальи Владимировны. Наталья Владимировна — это наш помощник. А вот мы еще это. У нас две же экскурсии, я вам вторую расскажу экскурсию. Экскурсия у нас была такая, мы там гуляли, и когда мы перестали гулять, мы стали строиться, и сказали, что у нас будет еще одна экскурсия, смотреть, что поменялось в нашем круге в садике. Мы проходили круг, и видели там одни розы, еще все. Растрезали, но зато там росла, я видела, что там росла всякая такая маленькая штучка. Росла рос тюльпанчик. Вот с
чем он рос? Растет, если еще зима. Но, кстати, я вам хочу сказать, что в четверг уже будет весна. Но, кстати, сказали так. Потому что в четверг же будет наша... Ну, понедельник будет весна. Понедельник? Да. После выходных. Просто поставляйте лайки. Просто сегодня, сейчас, завтра будет понедельник. Это очень. А если у вас тоже скоро будет весна, тоже говорите и подписывайте. Потому что мне надо очень сильно прочитать. Я бы очень сильно зарадовалась, если вы бы написали прямо сейчас. Потому что это было очень бы круто. Я бы очень-очень-очень сильно аж заплакала. Когда маме подарили обувь, она так зарадовалась, да, а без размера. Я аж начала плакать. Такое лицо было. Она чуть заплакала и смеялась тоже. Ну, она так хотела, улыбнулась, а потом заплакала. А еще что я вам хотела сказать? Что... Так, мы с тобой в грязюку забрели. Перешагивай через грязь, давай на ту сторону. А то мы пошли там где потише, вот. А здесь грязь. Вот. И потом, это... Я вот вам хотела сказать, что мы сейчас идем домой. Погода там хорошая, но грязь везде. Мы сейчас идем по грязи. Я вот у бабушки Люба снимала такое видео, где была погодка солнечная, зайчик даже были. То есть зайчика. Там был такой цветочек, аж кожа, смотрите, сердечко. Вот, смотри. Потом там это. Зайчик один пробежал через наш подбор. Я увидела просто лапки, когда они прыгают. Ну что это зайчик. Вот и зайчик называем. Или там просто человечек. Но лапки я точно не видела. Девочки, я вынуждена прервать этот монолог, потому что нам нужно дойти уже до дома. Но дома продолжим разговор. Настя вам еще что-нибудь расскажет. Мы уже почти дома, так что сейчас мы придем домой и там тоже. Ну, продолжаем разговор. Я сейчас этот рисую и вам хочу сказать, что я буду рисовать. Но я пока не знаю. Но сейчас я нарисую и вам покажу. Сначала беру черный. Ну, какая разница. Я вам не дорассказала, что я буду рисовать. Ну, я уже придумала, что буду рисовать мишку. Мишка, он у меня очень красиво получится. Ну, у него какая-то овальная голова. Сейчас покажу, какая голова. Ну, потом. Ну, когда нарисую уже. И вот что я ему рисую сейчас. Туловище. Вот головка, вот ушки. Сейчас туловище рисую. Сейчас лапки нарисую. Лапки. Сейчас еще, ну, там. Надо еще ему розовенько подрисовать. Тут. Если розовенькая, тогда розовенькая. Это будут его ножички. Он будет в тапочках. В тапочках розовеньких. Это будут его носочки. Ну, и не его, а ее. Потому что у нее же розовенькие носочки. Так, что же еще надо нарисовать? О, придумай. Я же забыла, что лапки же вот такие. Ну, побольше я не могу сказать. Вот лапки мои. Теперь сейчас тоже розовенькие. Еще чуть-чуть подрисую. Вот так. Будет розовенькая. Так. А еще что я нарисую? Вы угадайте, должны угадать, что я нарисую. Это будет вам загадка. Только не говорите, что это небо. Это и не небо даже. А ты им не подсказывай. Я не подсказываю. Я покажу сейчас, что ты там нарисовала. Нет! Не надо, да? Это им загадочка. Хорошо, тогда когда нарисуешь, потом покажем, да? Ну,
Да. Смотрите, что хотела уже придумать. Я нарисовала там мишку. Ну, мне не понравилось. Вот я нарисовала. Вот так я рисовала. Вот так я мишку рисовала. Вон, видно? Я же это удалочка. Сейчас покажу, что я хотела нарисовать. Вот я маленькая. С хвостиком. Чёрка как у меня. И вот тут котик, кружечка, я из этой кружки перерисовала. А еще как петюшка. Все, показала рисунок. Угу. А еще я нарисовала сердечко и деревце. Самое главное, что деревце, потому что скоро весна. У тебя котенок такой симпатичный. Получился. А это кто? Это я. А это ты нарисовала кружку, а на кружке котенок, да? Да. Классно. А на той стороне что? А это кто? Мишка и мишки. Два мишки с мячиком, да, да, цветным? Молодец. Я сейчас опять снимаю видео. И вы опять на канале моем. Я вот вам хотела сказать, что я рисовала, вы должны угадать, что я нарисовала, когда только первое, что, ну, там был альбом, и что я первое рисовала. Угадайте. Мишутку. Кто угадал? То есть, кто с Мишуткой? Кто угадал? Тогда подпишите. И я должна прочитать, то есть бабушка мне должна прочитать. И я тогда зарадуюсь. Вот мы уже пришли, сейчас посмотрим. Может, уже темно? Темно. Да, мы только утро только было, и бабушка меня забирала. А что было уже? Ну, то есть мы уже видели это в садике Жени. Ну, я Женю тренировала, и там была это. Сегодня у нас в садике, кстати, была дискотека. Сегодня был день рождения, и вы знаете, что на день рождения были. Там мы кидались подушками друг друга. Там шариков всякие были. Там подарки дарили всем. Раздавали там барни, там пузырики были, маму, папы. Ну, то есть моих мама и папы не было, а вот всех остальных были. Ну, кого-то не было. Вот еще там были всякие там, ну, фейерверки. Там мы вечеринку там выключили свет, там аниматоры были, даже 3 аниматора. И мы там веселились с ними, там пели всякие песни, там включили даже песни, мы там танцевали, там включили такую штуку специальную, которая там, которая на там розовый, там белый, там штучки всякие летают, куклы. И мы там танцевали, просто крутень. А еще нам раздавали самые крутые подарки в мире. Вы знаете, вообще. Ну, не самые крутые, но просто крутые. Ну, нам раздавали всем карандашик. Там, ну, вам дарили карандаши. Ну, конечно, мы всех их позабывали. Ну, то есть мы просто рисовали, и нам дали карандашики. Вот мы просто порисовали там, и нам дарили барни. Мы в садике барни поели, потом нам там подарили еще маленьких куколок, только чтобы мы с ними просто поиграли, а потом в садик. Ну, что в садике. Потом, вы знаете, какие у нас аниматоры были? Аниматор Hello Kitty был аниматор. Человек-паук и Эльза, Анна. То есть 4, ну, то есть 5. И самое главное, что была
настоящая принцессия фея. Вы знаете почему? Просто она летала. Представляете? Еще там была вот такая штука, ведро. И там брали вот такую сетку, там вот так макали, и вот так нас обводили, мы были в пузыре, а потом мы летали в пузыре. Как пузырь не лопался, а мы в нем летали. Представляете, это самый лучший день рождения. И скоро мне 6 лет. Но знаете почему? Это потому что весна, а весной у меня днем рождения. Ну, тоже. Но я буду... Днем рождения будет у нас такая необычная, похожа даже на свадьбу. А ты знаешь, когда у тебя день рождения? Когда? Через 2 месяца. Это много? Ну, это уже немного. А сколько тебе исполнится? Знаешь? 6. Все вставляйте лайки, кто не подставит, тому я напишу, быстро поставляй лайки и подписывайся на мой канал. Конечно, я маленькая еще, мне, конечно, все поставят видео, но кто смотрит из детей мое видео, конечно, может даже и не поставит, потому что он может не знать где, но если не знает, тогда подпишись. Что я не знаю, как там лайки, там напи, подписываться там. Но если ты вообще писать не умеешь, тогда мне тоже напиши. То есть не мне напиши, если ты писать не умеешь, тогда просто попроси у мамы, чтобы она написала, что ты писать не умеешь, и что ты там лайки не умеешь, там подписываться на канал, там. Ну вот, и вот если ты не можешь, найти колокольчик, тогда скажи маме, и она все сделает тебе за скорость. Но папа тебя быстро сделает, потому что папа сильный. Вот если кто в садике отмечал вот это вот, были соревнования, мальчики, которые там, мы были с помпонами, то есть в красных майках, шорты черные, и там помпоны, и мы ими брызгали. Ну, еще там вода была. Представляете? Вода была такая. Вот такие ведерка, и все вот так раскидывали водой. Там в уголочках, там в там тоже. И все вот так раскидывали водой. Нам просто было круто. Представляете? Но мне было не весело, когда закончили воду, и мальчики только танцевали. Но мне самое главное понравилось, что я вот так канат тянула. И я победила всех. Потому что мы только одна... Одна сторона, один человек. Я вот так тянула, и аж хрустнула у меня нога, и я прям бухнула. И вот так затянула Настину, другую Настю к себе. И я победила, представляете? Но не самое страшное, это когда там была пятая группа. То есть там была первая группа, пятая группа, четвертая группа. Я сильная группа, и мне это было не почём. Ну, представляете, кто мне помог? Настя, нас же было двое, но я думаю, что Насте это было очень страшно тоже. Но зато смотрите, какие у меня мускулы, потому что я хожу на тренировки. Угадайте, как у меня тренировка называется? Конечно же, чирлидинг. Бабушка сейчас готовит. А что бабушка готовит? Ёй. Что бабушка жарит? Рыбу. А сейчас дам свет, под который она будет готовить. Под такой свет она будет готовить рыбу. Сейчас дам.
Вот такой свет, вот такой вот. Видите, ну он похож на розу, но вообще он коричневый. Ой, 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 ободок, ободок, ободок. Сейчас я вам покажу, какой у меня ободочек. Стало, видите, беленькая. Смотрите. Сейчас. Переливается так красиво. Видите, вот он. Блестяшечки такие красивые. Видно? Красивые. Ты хочешь показать ободок? Да. Ну, его на столе надо показывать. А вообще, я его уже показывала. Я снимала его. А у меня ободок снялся. Я смотрю, ты уже тут наснимала столько. Бабушка устанет монтировать это видео. Может быть, попрощаешься с подписчиками и потом снимем тебя еще в другой раз. Тогда видео посмотрим. Посмотрим, как будут смотреть. Интересно будет подписчикам слушать то, что ты рассказываешь. О чем рассказывает Настя, вот когда приходит с садика. Мне просили внучку не перебивать, поэтому я ее не перебиваю. И вот я там занимаюсь своими делами, и она сегодня сама вот это вот видео для вас снимала и сама все рассказывала и показывала, да? Да. Вот. Ну, а что в конце видео надо сказать? Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик очень-очень быстро и очень-очень быстро. И подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока-пока. И спокойной ночи. И спокойной ночи.